Яблоки в укурином бульоне. Блин, в общем, был нормально. Только можете себе представить. Санкт-Петербург, Тулы, Ростов и Смоленск, где поезда по нас везли. Ребятки, утречко доброе. Вторничек. Смотрите, даже зашторивал вот эту штору. Занавешивал. Теплее так, кстати. Да нет, вообще нормально. Там сколько, 7 градусов было на улице, здесь 23. Все равно автономка работает 20-25 минут и отключается. Она так запрограммирована, она старая. А если поставить китайскую, у китайской будет даже термореле, ну типа климат-контроля. Вся выставлена на минималочку. И она будет всегда потихонечку, почти бесшумно работать. Какую надо температуру, такую будет держать. Это наша цель на будущее. Возможно, через недельку я закажу ее. А сейчас что? Новый день! Пошли смотреть сгущенку. Так. И она как кувырнулась, смотрите, на бок. А мне сон снился, что я типа ее достал, она жидкая была. Ну типа сразу понятно, что она не сварилась. А здесь она не жидкая. Сейчас будем смотреть. Ну что, ребятки, давайте посмотрим. Только надо ее открыть еще. Опа. Ну, мне кажется, не знаю. Сейчас будем смотреть. Вкусно. Как яблоки. Как яблоки в укурином бульоне. Ну что, ребятки, я думаю, что у нас с вами все получилось. Смотрите. Вареная сгущенка. Опа. Ничего не чую. Но буду представлять, что это вареная сгущенка. Так, ребят, дело в чем? Дело в том, что пойдемте найдем несколько грибов, что ли, картошку. Или найдем? Найдем. Дятел. Ребят, нашел грибы, но мне кажется, они несъедобные. У кого-нибудь знающих. А то, пожалуй, мы сейчас с вами наедимся грибов-то. Ну, потому что, смотрите, их сколько вот здесь. Чё-то нет грибов вообще. От слова совсем. Короче, ребят, грибов нет. Но есть вот что, Макс, я знаю, что ты меня смотришь. Смотри. Нормально вот такой вот кап. Смотри, какой он здоровый. Приезжай, забирай. Нету грибов, нету, вообще нету. От слова совсем. Ни лисичек, ничего, какие-то вон козлятки были и все. Ну, значит, без грибов. Так, ребят, есть мука немного. Простые блины на воде. Рецепт давайте посмотрим. Приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня приготовлю очень простые какие? Блины на воде. Давай продукты послушаем, давай послушаем. На экране. Так, вода есть, яйца есть, мука. 6 столовых ложек найдем. Да найдем все. А, разрыхлитель нет. Ну, что-нибудь придумаем. Ну, короче, что, ребят, вот яйца. Там 3 яйца используются. Но мы немного уменьшим. Нам не надо столько блинов. Там 16 блинов получить. Все там у нее ровно. Но мы так вот чуть-чуть посолим. Или посолим. Немножко сахара. Вот так. Оба. Все на глаз. Ничего не надо. Не знаю там сколько чего надо. Все взбиваю. Никакой ничего. Вот так чуть-чуть соды. Давайте. Она сказала... Добавь, говорит, 600, что ли, там, миллилитров. У меня вот здесь около 300. И сколько будет блинов? Мне кажется, много. Так, ну что, ребятки?
Давайте попробуем. Так, как-то она там так умела, женщина это все дело делала. Вот так, раз. И у нее прям, блин, в общем, был нормальный такой. Получится! Конечно, получится. Че тут там, наверное, уже все нормально. И я сейчас, пожалуй, переверну его. Нифига. Опа! Смотрите, как получилось. Ну и все. Ну а что, пожарился, нет, что? Нормально. Давайте следующий. Так, ребятки, давайте, знаете, что с вами провернем? Вот такую штуку. Да. Блин, Лемми поет Motorhead. Очень громко у нас играет Motorhead. Берем их, вот эта сгущенка. Так. И вот так вот. И порвался блиночек-то. Ну ничего. Смотрите, как классно можно сделать. Чуть маленько, наверное, не так. Так, перевернуть надо. Ну-ка, что играет на заднем плане? Вудсток, привет, Вудсток. А давайте вот так прям накрутим. Нормально. Ну что, ребят, нам для полного счастья что надо? Кофе, да? Ну давайте кофе. Вот так вот, оп. Ну блин, да ладно вам, чё? Мы же не в ресторане с вами, правильно? Такими вот пампушечками. Оба! Оп. И чё? Ничего, чё? Вот так вот. Кофе сварить, посуду мыть. Завтрак готов. Так и живём. Так и живём, ребятки. А сегодня писать сабатон, металл, рок, симфонический оркестр. Всё там есть. А сгущёнка-то так себе. Ну как? Сгущенку сварили, попробовали, работает, да, схема? Но у меня есть целая банка 3-литровая меда на всю зиму, на всю крымскую зиму или южную, там, где я буду тусоваться. Будем есть блины с медом. Блины с медом в Крыму! Ну, как-то так. Так и проходит денечек. Окошко вроде держит, все нормально, все работает. Ну и слава богу, все приклеилось. Победа за победой! Конечно, конечно, ребятки, всегда надо побеждать эту жизнь. Эту жизнь мы должны всегда побеждать. Искать какие-то выходы из ситуаций. Тогда ничего тебя не сломит. Правильно? Правильно. А что горевать-то? Музыку включил, и все нормально, и понеслось. Что-то там упал кусок. Нормально. Ребята, блин, я вот не чувствую всю, все краски вкуса. Мне кажется, это так вкусно. Давайте, приятного аппетита. А солнышко тем временем уже светит. И тепло. Итак, чё, вот такую. Что-то типа такого мне попросил клиент сделать. Но это слишком мощно. В общем, ребятки,
Что-то накидал тут. Сабатон, все дела, делаем трек. Такой мощный, металлический. Можно даже какую-нибудь речь и речь немецкую вставить. Чё, ребятки, вот я клиенту отослал песню, он пишет, что я абсолютно универсал, отличный трек, и он будет искать певца и текст. И спрашивает, сколько зарабатывают люди в час там, где я живу. Я ему сказал, что здесь средняя зарплата 2 евро в час. Ну, я не знаю, может быть, он офигел в Германии. Но я написал, что это Россия. Так, я ему сказал $30, он говорит, давайте за 40. Ну, за $40 и мы продадим. Как-то так, ребятки. Как-то так. А у меня в гостях Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Приветики. Вот так вот мы и живем в России. За 2 евро в час, а то и того меньше. Все, ребятки, $40. Он принял заказ. Все отлично. Заказал еще. И написал следующие строки обо мне. Игорь настоящий универсал, он создает лучшие мелодии, которые вы только можете себе представить. Он так искусен во многих направлениях. Сильные рекомендации, я вернусь. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну что, нравится клиенту, и слава богу. А тем временем мы уже покушали. Настоящая сгущенка. Так живем. Ты с иголочки ходил, я бы пялил глаза, а вчера как я раскрыл, я попятилась назад, на тебе мужчины тут. Был майорский пакетош и с кокардою картуз, на себя ты не похож. Я всю долю свою оставляю вообще, мне не надо. Ни много, ни мало. Дай красичку свою попахать, ней ништяк, что Леню в двери рассчитала. Вот отдал портсигар, папироски скомкал, он слегка приподнялся с трамвая. И свой зубы такую доскою сказал, собирай, я тверских уважаю. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери. Санкт-Петербург, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербург, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Ребят, что-то я замотался вообще во всех этих делах. Всяких и не всяких. Время почти 4 утра. Что такое 4 утра? 4 утра, еще темно сейчас. Вот так вот. Это нифига не июнь и не июль. Давайте, пойдемте спать. 7,5 градусов. В машинке. 17. Спокойной ночи. День прошел. Все дела. Завтра следующий день, и так по новой. Давайте. Как-то так, ребята. Как-то так. Как-то так, ребята, как-то так. Вроде жопа, вроде фу.